номер 50621-173. Живая бетонная статуя. Минимальная ставка. 20 миллионов долларов. Это прекрасное произведение искусства из бетона и арматуры было создано в 1987 году неизвестным скульптором. Высота статуи 2 метра, она выкрашена в бежевый цвет с более темным оттенком в области живота и ягодиц, а также имеет яркий красно-зеленый узор на лице. Необычные свойства. В дополнение к своему поразительно-авангардному внешнему виду, эта уникальная статуя является живой и довольно кровожадной. Хотя она не может двигаться, пока на нее смотрят, статуя попытается сломать шею или задушить любого человека, которому ей удастся подобраться незамеченной. Инструкция по уходу. Объект загрязняет жидкой смесью из фекалий и крови любое закрытое помещение, в котором он расположен. Рекомендуется не реже 2 раз в неделю производить уборку силами команды, состоящей из по меньшей мере 6 человек. Как минимум 3 из которых должны постоянно поддерживать прямой зрительный контакт с объектом. Наблюдателям следует информировать других членов команды перед тем, как они собираются моргнуть. Отказ от ответственности. Объект будет доставлен заказчику в запечатанном стальном портативном сейфе укрепленной конструкции. Маршал Картер и Дарк освобождаются от ответственности за любые ранения или смерти, которые могут возникнуть с момента открытия сейфа. Лот номер 50621-668. Нож Дженовезе. Минимальная ставка. 7 миллионов долларов. Данный предмет, помимо своих паранормальных свойств, также имеет историческую ценность для тех, кто коллекционирует артефакты, связанные с известными преступлениями. Этот 13-дюймовый поварской нож, имеющий заточку с односторонним скосом и палисандровую рукоять, был изначально обнаружен в сильно поврежденном состоянии. Наши эксперты тщательно восстановили его в первозданном виде, и теперь он может служить как темой для беседы, так и по прямому назначению. Необычные свойства. Объект обладает уникальным воздействием на психику, подавляя любые попытки вмешаться в насильственные действия, совершаемые его пользователем. Инструкция по уходу. Клинок ножа следует содержать в чистоте, беречь от влаги и тщательно смазывать против ржавчины. Рукоять нужно регулярно полировать при помощи любого средства для ухода за деревом по вашему выбору. Отказ от ответственности. Товар предоставляется исключительно в качестве исторического раритета. Маршал Картер и Дарк не поддерживает преступное поведение любого рода. Лот номер 50621-1057. Идея акулы. Минимальная ставка. 149 миллионов долларов. Неординарный предмет искусства в жанре дадаизма, созданный неизвестным участником авангардного арт-движения, теперь все путем, данное произведение представляет собой оживленный объем пространства в форме взрослой тигровой акулы длиной 5 метров. В воде этот предмет абсолютно невидим, но на время аукциона в него был добавлен нетоксичный оранжевый краситель, чтобы наши покупатели смогли его рассмотреть. Как заявил создатель данного произведения, паника означает, что идея акулы может быть опасней самой акулы. Она даже может быть опаснее, чем полное отсутствие акулы. Необычные свойства. Своим поведением предмет во всех отношениях копирует настоящую акулу. Однако он является нематериальным и не обладает массой. Исключением являются моменты нападения и поедания мяса. Инструкция по уходу. Маршал Картер и Дарк рекомендуют держать предмет в прозрачном баке с океанической водой, сделанном из акрилового пластика толщиной не менее 15 см. Не менее 3 раз в день необходимо осуществлять кормежку, как минимум 5 килограммами сырого мяса и рыбы. При наличии желания поддерживать предмет в состоянии видимости, рекомендуется добавлять в его пищу нетоксичный краситель. Отказ от ответственности. Кормление и уход за крупными океаническими обитателями – сложная работа, которую лучше доверять профессионалам. По этой причине маршал Картер и Дарк снимают с себя ответственность за продолжительность жизни предмета после передачи его в собственность покупателя.